Внимание мэра Анапы Киблерова не ослабевает. Тем более это важно сегодня, на пороге очередного отопительного периода. Особое внимание на те проблемные объекты, которые у нас были в прошлом, позапрошлом году. Они никуда не исчезли. Тоже Киблерова, снабжение горячей водой, у нас там детский сад, у нас там более 3000 населения. И в сам микрорайон Сергей Сергеев наведывается часто. Казаки поддержали инициативу властей и помогли установить остановку. Глава курорта поручил пустить сюда автобус. Люди ждут и радуются появлению новой управляющей компании. Сейчас новый хозяин у нас ЖКХ вот этого. Сразу же перемены какие? Везде сделали свет. Двойной свет на площадке. У лифта и так. Везде, во всех, вот сколько у нас, 3 дома, 4. Значит, свет сделали. Теперь уже нас будут убирать в подъездах. Уже в 5-этажках убирают. У нас еще 9-этажки нет, но будет. Теперь вот сделали какой-то асфальт, проложили. У нас же были ямы. Вот остановку теперь. Мы ждем уже как Бога. Обязательно, чтобы нам не ходить так далеко. В местном магазине глава интересуется ассортиментом и тем, что еще нужно микрорайону. Мы очень вели переговоры, чтобы банкомат нам поставили. Да, я местная. Чтобы банкомат поставили, чтобы людям не в электрон бежать деньги снимать, а здесь у нас площадь позволяет, мы можем отгородить. Ну, то есть. А по торговле? По банкомат торговле. Понятно. А по торговле? Ничего не просят. Мясо свежее просят. Мы пытались работать с Каневским, там охлажденное мясо было, у нас холодильник выделили, мы под него. Ну, мы больше сами съедали, списывали, чем продавали. У нас тут такой оборот, что... Пожеланий у местных жителей немного – заасфальтировать дворы и скосить амброзию. Очень прошу, чтобы вы прошли вон там, между наших подъездов, и посмотрели, какая у нас дорога. Там нужно обязательно, там нам нужно заасфальтировать. Говорят, перед выборами обещаниями разбрасывался теперь уже избранный депутат. Как же невозможно во дворе? Ходите, ноги ломаешь. Ну, может быть, сейчас с появлением новой управляющей компании... Обещал отмачан, говорили кто-то. Когда было собрание перед выборами, он сказал, да? Обещал он, обещал. Обещанного депутата можно и 3 года ждать, а поручение главы привести прилавки под рынок выполнили. Покрасили и крышу новым шифером уложили. Новая управляющая компания начинает свою работу с нуля, но достойно.